Патриарх Московский вся Руси Кирилл призвал традиционные конфессии России продолжить деятельность по снижению числа абортов в стране, сообщает РИА Новости. Патриарх Кирилл отметил прогресс в решении проблемы абортов. Сегодня по числу абортов Россия занимает в мире лидирующие позиции. С точки зрения традиционных религий, аборт является недопустимым деянием, по существу убийством, сказал патриарх на заседании Межрелигиозного совета Российской Федерации. Он призвал утвердить в обществе представление о том, что рождение детей не проблема для молодых родителей. По его словам, это событие, имеющее высокое нравственное значение. Рождение детей патриарх связал с гражданским призванием родителей.